Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с Пашей. Паша, поздоровайся. Здравствуйте. Это вы помните, да, в наших семейных батлах. Паша был команда «Торнадо». В одном даже выиграл второе место, да? Да. Да, друзья мои. Так вот, мы с Павлом сегодня находимся на озере Атланта. Это Великодолинское. И приехали сюда погонять щуку. Если вы помните прошлых видео, мы испытывали, сначала вообще просто приехали половить, хоть что-то ловится или нет. Второй раз мы приехали, испытали железо, причем такое, ну, бюджетного качества, скажем так, железо. И оно действительно показало свою эффективность. И какое именно железо, вы можете посмотреть по этому ролику, который у вас всплывает с правой стороны в верхнем углу. А сегодня мы с вами будем испытывать силикон. И надеюсь, потом уже, когда испытаем уже силикон и найдем чемпиона среди силиконов, который ловит здесь самое лучше всего на этом озере, попробуем сделать батл между силиконом и железом. И железом, да. И посмотреть, что лучше ловит. Поэтому уверен, что такой эксперимент вам будет очень интересным. Тем более, что в своих комментариях, когда мы спрашивали о том, какие вам видео больше заходят, что вам интересно посмотреть, вы в основном говорили о том, что нужно... Хищник. Нету хищника на вашем канале. Так вот, как говорится, нате и распишитесь. Сейчас да? Попробуем. Разнообразие цветов и форм просто поражает. Я даже не знаю, с чего начать. Я вот, например, попробую вот на этого рипера. Попробую половить. Или может, на этот свист. О, точно. Вот такой вот серенький, мне нравится. Я на них попробую. Для начала. Хотя тут есть варианты. Смотрите, какие красивые елки-палки. И зеленый, и морковный вариант. В общем, друзья мои, я уверен, что сегодня мы точно подберем самый эффективный вариант, который применим на этом озере. Поэтому мы смотрим до конца и делаем выводы. Друзья мои, не являюсь специалистом в области ловли щуки. Да. Как вы видите, на канале немного таких видео по ловле хищника. Но заметил для себя, по крайней мере, что на упаковке компании Vist есть... специально написано типы крючков, которые нужно использовать именно при ловле на эту приманку. Например, одинарный, двойной, офсетный, джиголовка. Написано ее размер. И это очень удобно, особенно для таких специалистов, как я. Это видео будет интересным, и особенно для тех, кто только начинает ловлю хищника, познает ее азы. И при этом, друзья мои, напоминаю о том, что самыми главными инструментами для ловли щуки это либ-либ, которым вы берете щуку, да, чтобы не брать ее руками. Ножнички, чтобы что-то где-то подрезать. Ну и зажимчик, которым вы вытаскиваете крючок из пасти хищника. Напоминаю, ни в коем случае не лезть туда руками, пальцами. Будет не очень приятно. Еще что мне нравится в этих приманках, они сделаны из пищевого материала пластизоля. Также в них добавлена соль, для того, чтобы сымитировать запах крови. И вкус у них ракоподобных. Вот возьми сейчас. Окей. Попробовать? Не, понюхай. А, я думал, надкусить. Попробуй, понюхай. Так. Так. Да. Есть крилем, что-то? Да, таким тухлым крилем пахнет. Да? А ну, дай понюхать я. Что тухло? Ну, просто, таким, да. Просто крыльями, мне кажется. Да. Да? Да. Силиконом и крыльями. То есть, по сути, вот этим вот ударом можно сейчас не мазать его. Можно, да. Так, вот такие интересные Атланта спиннинг. Что это такое? Как это называется эта штучка? Браслет такой, да? Да. Ну, давайте, цепляйте. Чтобы это... было видно, кто оплатил, а кто нет. Ага, понятно. Мой номер 245-50-08-07. Паша, тебе? А мне не знаю сейчас, что достанется. Сейчас посмотрим. 08. Понятно. Да. Твой номер 08. Тебя вызовут. 50-08-08. 808. 808. Да. Ну все. Два раза бесконечность. Я сейчас бесконечно наловлю рыбу. Ну давай посмотрим. Хорошо. Друзья мои, стоит 500 гривен. Вот такой браслет. И целый день ловите сколько хотите по времени за сегодняшний день. Но не больше... 4 килограмм, правильно я понимаю? Да, 4 килограмма. Котяра. Но нету ничего.
Ну, елки-палки. Ты что, так рыбку хочешь? О, подожди, ты сейчас меня удивишь. Ну ладно, ладно. Ну, мы сейчас поймаем что-нибудь, дадим. Так, друзья мои, ну что, я сейчас буду делать первый заброс. Котяра все время трется у меня под ногами. Хочет чего-то вкусненького, блин, но мы с собой даже колбасы не взяли. То есть мы приехали сюда, по сути, на короткий сеанс рыбалки, там, часа 3-4. Так, что такое, не то? А, тут что-то у нас. Поэтому не брали с собой ничего покушать. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Ты тоже рыбак, что ли? Так. Давай, уже пора клевать уже. Прямо на первом забросе у меня должна быть рыба. Друзья мои, только с таким позитивным настроением, да. Я считаю, можно поймать рыбу. Так и должно быть. Так, какие-то камешки там. Ну, смотрите, вообще, как у меня. А, хорошо, хвостик работает. Смотрите, какой. Если вам видно, конечно, что-то. Угу. Так. Еще разочек. Я поставил 5-граммовую грузило. И X-Vist, наверное, называется. Ну-ка, побыстрее проведу. Так. Надо X-Vist попробовать. О! Вот этот будет то, что надо. Сюда. Ну-ка. Да, то, что надо. Так, хорошо. Так. Еще понять нужно, какой лучше вариант проводки здесь работает. Да, все нужно искать опытным путем, поэтому как бы так, там камешки какие-то. Голяк пока. Идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Друзья мои, посмотрите на эту красоту природы. Все на работе, да, Паш? А мы на рыбалке. Все зарабатывают деньги, спешат куда-то. Не видят этой красоты природы. А мы идем. Мы хитрые. И наслаждаемся природой. У меня Боря с Лешей зарабатывают деньги. А-а-а. Я скажу так, что, друзья мои, за зарабатыванием денег мы иногда теряем кайф жизни от того, что жизнь мчится, и мы с ней мчимся, не видя красоты этой природы. Вы просто посмотрите, насколько прекрасен берег озера 10 ноября 2021 года. Красота. Так, ну что, где-то здесь станем или дальше пойдем? Давай. Ну, я тебя понимаю, но нечего. Мы ничего не брали с собой. Ну, я понимаю, но... Пойми ты меня.
нету ничего. Продолжаем эксперимент вот с таким вот вариантиком. Это у нас что? Это Snake Tongue, что-то короче, что-то такое. Плавающее. Флотинг, видите, да? Друзья мои, скорее всего, наше видео будут смотреть люди, которые занимаются спиннинговой ловлей профессионально, поэтому не забрасывайте нас тапками. Ловим, как умеем. Вот. И то, что я сейчас даже ловлю без флюорокарбонового поводка, ну, как мне кажется, что у меня больше шансов поймать рыбу именно без этого поводка. Но если он оборвет, конечно, я еще поставлю. Проблем нет никаких. О! Зацепчик, нормас. О, вот так вот можно его отцепить. Оборвал? Нет. Использовал лайфхак и не оборвал. Все хорошо. Все отлично с нашим, с нашей насадочкой. А? Что-то есть. О! Хорошо. Слушай, практически на первом забросе вот этот с твоей этой штукой. Да? Ух ты, смотри, какая красивая. Опаньки. Тьфу! Смотри. А ну, пш! Оп! А куда? Вот сучка крашена, ну. Что, будем перевязываться, короче. Вот такую я оставил 5-граммовую палочку. А ты поводок вставил? А? Поводок вставил? Нет. Без поводка, без поводка, да. То есть, что ты имеешь в виду? Ну, если поводок не ставил никакой. То что? Ну, стальной, блин, поводок какой-то, блин, или флюрик. Что-то ставил? Нет. Прям на нитке? Да. Так оно тебе поэтому перерезало зубами. Так не перерезало. Я ее вытащил. Котяра сожрал, блядь. Схватил ее, блядь, убежал. А, котяра. Котяра. Да, я думал, она сбежала, блядь. Нет, эта скотина мяукала, мяукала. Представляешь, как схватил, смотри, тот, да, блядь. Порвал мне оснастку вместе с крючком, совсем ушла, блядь. Офигеть. Я думал, оторвал. Ну ты обещал кота накормить. Не, это ты обещал. Ну я обещал, но кому-то пришлось исполнять. Это такой был цвет. Ты хоть снял? Ну да. Надеюсь, что снялось. Вот этот Snake. Троечка вот этот. Ага, тоже фиолетовый, да? Да, вот этот. Сейчас я попробую еще раз. Если я поймаю еще раз щуку на него, то я его откладываю, что он рабочий вариант. Нет. Да, и ловлю дальше на другую. Угу. Ну, короче, считаем, что одна рыба у нас как бы... Есть. Да. Животных тоже кормить надо. Тихо-тихо-тихо. Да хорош, хорош. Да хорош. Да не, это много. Да. Сильно жирно тоже не надо. Ну, воняет конкретно, блин. Не воняет, а издает запах. Ну прекрасно. Если на это ловится щука, то это не воняет. Пробуем еще разок? Конечно, обязательно. Огонь. Да. Попробую взять джиголовку на 7 грамм. Вот такую красивую рыбку и попробую ей половить.
будем пробовать вместе на такую же. Ты тоже такую поставил? Да, я тоже такую поставил. Ну, давай попробуем. Па-п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 а. Есть. Такая красавица. Поздравляю. Ну да, есть контакт. Кота нету, хорошо. Ну вот, такая красавица. Так, оклюнула вот на вот эту штучку, гудрючку, смотрите. Проходимец 7 грамм, крючочек и вот такая вот красивого цвета. Это у нас X-Vist Floating, плавающий, 3,6. Блин, забагалось. Извините. Да я понимаю, вам больно. Опускаем, все. Пики. Так. Манючка. Ну, красава. На карася. Ну, супер. Молодец. Красава. Продолжаем? Продолжаем, конечно. Что? Что, зря приехали или что? Посмотри, какая красота. Тишина, спокойствие. Солнышко. Ноябрь. Да? Тепло. Мухи не кусают. Мухи не кусают. Главное, что комаров нет. Это да. Манёнечка, ой, убежала, короче. Хорош гусёныш. Ну вот. Вот такие мы рыбаки. Ух ты, тут. Ай-яй-яй. Паша очередную щучку поймал. Красавчик. Ты помнишь, скотина? Он вернулся? Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Вадюка, у тебя еще яйца есть? Сейчас оторвем, блин. Ты помнишь, да? Кто украл рыбу, блин? Ты украл, да? Да, тебе так плохо жить, да? Смотри, пришел, да, тереться об ноги. Да? Друг, ты, жук, блин, а? Такой мощный. Конечно.
что он у всех рыбаков рыбу ворует. Просто понимаешь, сейчас он может уйти вместе с дорогим воблером. Ищи его потом. Ох, класс. Такая жирная точка. Есть контакт. Друзья, ну заканчиваем нашу рыбалку с Пашей. Да? Да. Денек ноябрьский удался. Классная тепло, погода. Хорошо. Ветра нет. Да. Рыбы немножко есть. Да. Меньше, чем хотелось. Да. Ну, в принципе, ну, достаточно. Нормально, да, да. Порадовал сегодня кот этот. Кот, жад, редкий. Такой хитрый, блин. Еще в конце пришел к нам такой, мяу, дайте еще. Дайте еще рыбы, блин. Это хорошо, что он силиконом свистнул, блин. А то что? А то что? А то бы свистнул бы там, не знаю, с карасем. А, с воблером. Еще, ну с да, еще бегали бы за котом, бы ловили бы его. Друзья, и то какой. Значит, в принципе, мы нормально провели время. Нормально половили как на силикон, так и на другие оснастки. И на железо, и на воблера. В общем, берите все, что у вас есть, и приезжайте на рыбалку. Да. Успейте еще поймать этот кайф, да. Поймать этот кайф, правильно? Да. От хорошей погоды, от классных рывков щуки. Так что приезжайте в Атланту и... Да, и здесь рыба есть. Рыба есть. Да. Все. Паша эксперт сказал, рыба есть. Да? Да. Все. Ну, то, что не могли полдня подобрать, на что лучше клевать будет. Это второй вопрос. Да. Ну, это такое. Так что, друзья мои, кто еще не подписался на канал, все для клево, бегом подписывайтесь. И мы вам расскажем рыбные места. Да. В Одессе, Одесской области, везде, да. Где что ловится. Где что ловится. Счастливенько. Всего удачи, всего хорошего. Пока. Пока.